если у меня имеются 20% света. Так, почему мне надо отказываться от 20% света, чтобы получить 40? 20 у меня уже имеется. Нет, ты не понимаешь, в следующий раз 40%. В следующий раз ты получаешь 15. Ну, 2%. У меня 2% есть в кармане. Сколько мне надо? Ты получаешь как рабочий на рынке. Как продавец арбузов. Ну, так. Мне это дороже стоит, чем ты предлагаешь. Расчет – отдача, а не получение. Если ты хочешь отдавать, и приходит хозяин и говорит: «Дорогой, ты получил 20%, но я тебе хочу дать 100%. Ты не удовлетворил меня, ты хочешь удовлетворить меня только в 100%. Ты не можешь устоять, продолжить настаивать в этом. Ты ощущаешь в этом, что твое действие несовершенно. Несовершенно, ты в духовном не способен остановить его. Ты не можешь, ты обязан продолжить. Ты бежишь от этого, как от чего-то. Ну, то, что я сделал, это не делал ничего. Тебе раскрывается граница. Граница в отдаче. Уже отдача ничего не стоит. Это как в любви. Ты говоришь: вот до сих пор. Скажи жене: я люблю тебя только вторник и четверг. Нету такого. Почему я не просто так говорю? Все ощущают, если это любовь, если это отдача, не может быть границ. Даже в нашем мире не может быть. Ты можешь сказать: я люблю тебя, я готов дать тебе весь мир. Но она знает, что ты хочешь, но не способен. Это над тобой. Но желание есть. Желание не может быть ограничено. Если ты раскрываешь границу, и ты с ней согласен, у тебя нет отдачи, ты не любишь меня.